Неплановая проверка пожарной безопасности. Я вас нахрен всех закрою здесь. Это понятно? Вы так, у меня взятка вымогаете? Ничего в тебе святого не осталось, а? Ты же себя не обидел. Бог все видит. Он тебя накажет. Значит, не расстраиваемся. Слушай меня сейчас очень внимательно. У нас с вами почки не работают. Что? Единственный шанс ваш – это уговорить кого-то из родственников. Кто? Мама, это я. Пошла вон. Я сестра Кустова. Он мне жизнь спасет, он мне почку отдаст. Так от него хотя бы какая-то польза будет. А вы его забираете потом, лет на 10. Я почку привела. Брат? Да. Муж? Если ты испугался, если ты баба трусливая, то вон там дверь. Антон! Да стой ты, Антон! Остановите его! Мне очень нужна помощь от тебя. Молись, и ты не умрешь. Ты что, козел такой? То есть, если я не найду себе почку... Почему найдете-то? Зачем думать о плохом? Не надо. Я еще не сдохла, ты со своей бывшей съехался? На время, но... Времени у нас с вами, месяца три, я полагаю. Отдай мне свою почку! Вот тебе, не почка! Куда ты дел почку? Да я не остался в своих местах! А может, тебе что-то надо от меня? Я имею в виду, ты не случайно же меня нашла? Права предъявляем. Так я ж пассажир. Ты чё, пьяный, что ли?